Это из категории легенд о том, что сцена совершенно магическое место действия, какое-то зазеркалье. И действительно, температура проходит. И легенды о том, что балерины, встреченные в ноге, дотанцовывали партию до конца, это правда. А был какой-нибудь эпизод, чтобы температура проходила? Не два, а три случая у меня было в жизни. Ночью у меня, я проснулся, у меня... Вот так. Два зуба когда вырвали в 6 утра. Точно, я приехал, да, я приехал сказать, ребята, что я... Я света белого не видел. А что это работает? Адреналин? Вот... Нет, это не мы. Объяснить это невозможно. Вероятно, что-то же выбрасывается на физическую. Понимаешь, я думаю, что это психофизика. Ну, это... Я даже не знаю, какая-то магия есть, какой-то гипноз есть того, что называется сценическая площадка. Просто объяснения нет никакого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».